Всем доброе утро на канале Ялта. Сегодня у нас первый день зимы. Ночью было очень холодно, был сильный ураган, и в горах у нас выпал снег. Для любителей снега можно отправляться в горы. Ну, в принципе, вон видно, сколько снега в горах. Сейчас идет небольшой дождь, может еще будут осадки, еще будет снег. Мы надеемся снег увидеть в Ялте. Вот такие у нас темные, с утра были багровые тучи. Думаю, что это будет изменение погоды. Сейчас можно видеть, там в море идет дождь. Возможно, даже там небольшой ураган. И сейчас пойдем посмотрим, что после урагана Бенедикт осталось на набережной Ялты. Там упали у нас ворота. Пойдем посмотрим, подняли их или нет. Вот новогодние башенки. Ворота лежат, никто их до сих пор не поднял. Вот такая сегодня ситуация на набережной Ялты. Вот их только привязали, чтобы они не улетели никуда еще. Потому что ночью тоже был ураган. Ну, привязать, видимо, легче, чем убрать. Или поставить на место, но, по-моему, они немного сломаны. Да, конечно, такой оригинальный вид. Рядом тут вчера стояла киносъемочная бригада. Они уехали. Хотели сегодня снимать фильм, но, видимо, передумали. Ураган, погода, конечно, в Ялте не была благоприятной. Некоторые катера, может быть, выйдут на рыбалку, но пока стоят пришвартованные. Вот такие у нас катерочки. Вон в море идет дождь, видно. И восход солнышка. Красота. Море с таким сегодня интересным оттенком. После урагана нанесло в море всего подряд. Ветер холодный. Будет холодать. Вот на набережной интересная табличка. Вызов экстренных служб, только телефона нету. Почему, не ясно. Куда звонить? В трубу. Вот солнышко вышло. Прелесть. Идем к другому причалу, посмотрим, что там. Проходим ворота. Вот так они выглядят отсюда. Несмотря на такую погоду, люди гуляют на набережной. Сегодня надо одеваться потеплее, в сапожки. Ветер с моря холодный. Тут уточки у нас на море. Их часто кормят. Вы хотите покормить, у кого есть лишний хлебушек. Они всегда голодные. Такое впечатление, всегда готовы. И чайки тоже. Вот видно или нет, видно. Решил покормить чаек, сейчас пойдем поснимаем чаек. Вот какие красотки летают.
На море видно ураган, там в море далеко. Остальные умчайки разместились на аварийном пирсе. Сидят, ждут еды. Греются, может быть. Солнышко скоро выйдет из-за тучек. Вот причал номер 5 сейчас в таком состоянии. Никто пока его не ремонтирует. Набережная Ялты, центр. И вот такая вот ситуация. Да. И причем уже не первый год такая ситуация с причалом. Сначала тут было рядом, совсем их снесло, про них уже все и забыли. А зря. Кстати, вот можно видеть столбы под пирсом. На них там мидии растут внизу в море. Часто их некоторые пловцы собирают и продают на рынке. Но мидии как бы в бортах есть не очень будет хорошо, поэтому имейте в виду, когда вы с рук что-то покупаете. Да вам такой маленький секретик. Ну вот, начинается дождь. Да, дождь пошел конкретный. Вот такая наша утренняя набережная. Прогуливается несколько людей. В основном еще все закрыто, кафешки закрыты. Многие работают с 10 и с 11. Естественно, вход туда по кодам. Поэтому людей там не очень много. Да, сегодня нужно брать с собой зонтик. Все спешат от дождя укрыться. Вот магазинчики на набережной работают с 11 и до 19. Может быть, уже открыты какие-нибудь кафешки, сейчас увидим. Ну вот одна. Так. Да, работают с 9. 33 пингвина, наше любимое мороженое на набережной. Рекомендуем. Набережная сегодня дождливая. На сегодня больше пока новостей нет. Желаю вам всем прекрасного дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Это видео может выйти не сразу, потому что в Ялте у многих нету интернета, нету света. Ночью был ураган Бенедикт, поэтому возможность будет, какая выложить, неизвестно. Ну, смотрите, следите, будет интересно. Всем добра!